Только то, что глубоко в моем сердце. Только то, что в килогерцах. Вот месседж на 100%. Именно на это делаем акцент свой. Сера, не парься, сейчас нормально расскажу. Привет, ребята, друзья. У нас вот, короче, на днях вышел новый клип. Решили этот Lost Vlog посвятить как бы самим съемкам этого клипа, потому что накопилась очень куча огромнейшего, офигеннейшего материала гонского, классного, с одних съемок. Давайте прыжки. Снимали в актовом зале аграрного университета. Франция, Монако. Да, вот Саша у нас там кадрил эту, как ее, техничку. Работал. Потому что была сильно злая. Да нормально. И как бы да, снимали где-то до полвторого ночи. В общем, больше времени потратили носить аппаратуру, ушло много времени. Да, здравствуйте, да. Здравствуйте. Парни будут снимать клип, а Яна будет снимать парней, которые снимают клип. Мы тоже взяли под обратно, мы будем снимать Яну, которая снимает тех парней, которые снимают. Можно краситься каждый день. Мне уже надоело. Вампиры живут красные. Это из как его? Из сумрака. О, господи, из. Эдвард Каллен. Эдвард Каллен сексуален. Снимали где-то с 11 вечера. Не, короче, часов с 10 где-то дамы вечера а раньше снимали. Раньше начали, что ты раньше? Чешешь? Конечно. А, короче, часа с 6. Сняли. Сначала снимали мы часов с 8, наверное, вечера. То есть, ну, это как бы сама от этого начала съемки было. Началось часов с 8 и закончилось где-то в пол второго. А ты легенько играй, имитируй, чисто раз, два. Сделал вот так, чё? В ВКонтакте давно не обновлялось. Жесть, педаль Пауэр, это вообще... Надо было велосипеде, да? Я здесь. Ну, сложнее всего это было, как бы, блин, не корчить морду за барабанами. Вот. В детей мало их рукавицы на резину, а тогда и палки, чтобы до рук прилипало. Садей по майонезу. Садей по майонезу. Ты играть научись. А ну возьми вот ту мою фигню, вот эту, да, и ее неси ее туда. Я запоминал, пытался запомнить каждую эмоцию, на которой я заканчивал какую-то часть съемки, да, и потом с нее начать в следующем кадре. Вот это действительно очень сложно, чтобы это все пытало, ну, как-то более-менее было склеено нормально. Да, поэтому Сережи так много там. Да, да. Почти один Сережа. Но... Короче, давайте начинать. Включать? Да. Что ты снимаешь? Ты кажи мне. Ты. Что ты отходишь? Скажи, что ты снимаешь. А? Что? Ну просто как-то обыграть симпатично, чтобы можно было что-то, ну, реально. Ну давай, ну я же не против. Окей, давайте. Я
Это наш новый гитарист, который будет уже в следующем гонском клипе. Вот. Он если не уйдет, мы его не попадаем в кадр, потому что он там был не при делах в том клипе у нас. И не будет при делах в следующем, поэтому запоминать не надо. Это вырежешь. Между прочим, у нас правило. Мы больше ничего не вырезаем. Да. Мы только вырезаем паузы. А все, что говорим. Стоп. Надо сначала начинать с правил. Вот значит, да. За головой можешь поиграть. Знаешь, что я делаю там барберам? И в конце вот фишка, Серега. Ты теперь балец. Сережа, на первичке, а у меня цирк. Получается, знаешь, ты туловище спокойно. Просто, знаешь, там вниз, там, пам, пам. Да не писюн вперед. Классно, что он вообще вышел, потому что, короче, блин. Ну, много было историй связанных да. с клипом. Как-то все это тянулось. Как-то это самый непонятный, я имею в виду, процесс клипа, который вообще был. Как-то мы его сняли, прошел год, и только год. Сейчас он вышел. Вот это не вырезал. Всем до свидания, всех с наступающими новыми годами. С праздниками вот. Вернее, с праздниками. Да, короче, еще мы поздравим вас. Да, да нет, не будем поздравлять. Поздравим. Все, с Новым годом. Ребятки, пока-пока. С Новым годом.